В минувшую субботу в райцентре прошла очередная ярмарка выходного дня. Представители среднего и малого бизнеса, фермерские и крестьянские хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, предложили покупателям разнообразные продовольственные товары. Это свежее мясо, овощи и фрукты, молоко и сыры, кондитерские изделия, растительное масло, хлебобулочные и колбасные изделия и многое другое. Также на ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых деревьев, одежду, промышленные товары. На ярмарочной площадке было организовано более 20 торговых мест. Напомним, что подобные мероприятия являются инструментом сдерживания роста цен. Следующая ярмарка выходного дня состоится в субботу, 23 апреля.